Пресвятой Матери всегда. Помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий и весь мир наполняющий, Источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас и очисти нас от всякой скверны и души нашей. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в свое искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы припадаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаси ли от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружится. Со страхом воскликни в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Так, после сна благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогнился на меня, ленивого и грешного, не прекратил жизни мы среди беззакония моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои и исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу Царю и Богу нашему. Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделены для всех любящих Оное. Дело Его слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными содел Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дело рук Его истинно и суд, все заповеди Его верны. Тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой, святое страшно имя Его. Начало мудрости страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного
ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. И избавь меня от зла, и пусть там будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни, спаси, и припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня, и в царство Твое вечное. Ибо Ты, мой Творец, и источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обилии Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель Божий сил бесплотных и всякой плоти на высотах небесных, живущий, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясноведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить всю ночь здесь неземной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия Единородного Сына Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам его, да найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповеди Его. И готовы войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святой ангел, поставлен блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешным, не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня с себя посредством этого смертного тела. Возьми крепкую и несчастную, опустившуюся в мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня и ничтожную несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, от помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречистое имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Никита, Сергий, Роман, Игнатий, Надежда, мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя души наших.
Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан. Подай им Твои земные и небесные блага, и не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи силой Твоей, даруй им здравие, спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Исцели брата Владимира, Татьяну, Нину, всех болящих подними с одра болезни, путешествующим сопутствуй. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все грехи, вольные и невольные. Даруй им Царство Небесное, со святыми покой Христе души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославляйте, как Богородицу, всегда блаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего. Величаем Тебя, истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойно больше почести, чем Херувим, несравненно сравнейшую, нежели Серафим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ли Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дай мне. Дуже целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, дай мне видеть мои прегрешения и не осуждать брата моего, так как Ты благословен во веки веков. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог и Бог. Алла, Отче, услышь молитву нашу, помилуй, прости меня грешно. Тайно и явно во мне помышления водичи во все дни жизни. Великие и малые грехи мои прости. И соблазн, который я подаю ими, где я падал и вставал, о Господи. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться во спасении. Слава Тебе. Это помощь Духа Твоего Святого, молитва святых. Хвала Тебе. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресная Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божья, благодарю Тебя. Открой мафором любви Твоей в скорбях, печалях, тесных обстоятельствах. Ты помогала мне от позора, поношения, посрамление, отступничество и измены спасало. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Пресвятой Богородицы, за рук человеческих. Дивная заступница наша Дева Мария, моли Бога о нас. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Столько лет Ты защищал меня от невидимых злобных духов, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти из жизни. Ты меня хранил в транспорте и всюду, благодарю Тебя, ангел. И в смертный час не покинь. И на мытарствах проведи душу мою.
и доведи до Царствия Небесного, веди в обители вечь. Иоанн Креститель, притечи Христов, Бога нас. Иоанн Креститель, научи нас жить в бедности, довольствоваться питанием и одеждой, искать прежде всего Царствие Божие и правды Его, не бояться начальствующих и правителей грозных, и устоять верность Богу. Господи, услышь наши молитвы, молитвы тех, кто молится о нас. Коснись сердец патриархов, митрополитов, епископов, священников и диаконов. Тех, кто является служителями Твоими. Господи Боже наш, святитель Христов Николай Мирликийский, чудотворец, образ кротости и послушания. Моли Бога о нас, Господи. Слава Тебе за святителя Господня Николая, скорый помощник в деле. Благодарю Тебя, ибо слышишь молитвы о людях, о животных. Господи Боже наш, слава Тебе, милосердный. Спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Святые пророки Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иоафиль, Ной, Иосиф, патриарх, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иегий, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию, за древних пророков, которые движимы Духом Святым изрекли, записали, сохранили эти слова для нас. Хвала Тебе за переводчиков Священного Писания, ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божии предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховный Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, помяни честь Отца, правителей мира, да продлится еще мир. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирск, Юстин, философ, Космай, Демиан, Андрей, Стратилат, Иерон, Комент, Лукирский, Анфим, Никомендийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, целитель, 40 святых мучеников, царь Николай, святой царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, Господи, укрепи сердца наши в слове Твоем, чтобы малые дети искренне веровали в Тебя. Залив в искушение не допусти до принятия антихриста и печати, чтобы в скорби, печали никто не отошел от Тебя. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Великий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий Иркутский, Николай Японский, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие, любовь к Святой Библии. Святые жены и девы, Фёкла, первомученица, Фатина, Самарянка, Феорония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь их София, Наталья, Андриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга,
Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Юни, Киприан, Устина. Молите Бога о нас. Даруй, Господи, послушание, молчание, целомудрие и стыдливость. Женам и девам сохрани их от поругания, нападения недобрых людей. Хвала Тебе. Слава. Честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву, воздяние рук в жертву вечернюю, и благоухание приятное Тебе, Господи. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых на небе и на земле, молящихся во благо нам. Господи, говори, слушает раб Твой. Аминь. Доброе утро. Аминь. Спасибо, Христу. Слава Богу. Тут вчера Ксения Юрова мне прислала сообщение, что демоны вырвались на свободу. Смотрю, Дворкина добавили, Синицкого в нашу группу добавил, Гусейнов, Рустам. Ну вот Дмитрий Лемин меж всех удалил. Вот, если видно вам. Дмитрий Дудин, Дмитрий Смирнов, Малыш Роман, Осипов Алексей. Вот. Как они к нам залезли? А это гуру добавил их всех. Гусейнов Рустам стал всех обзывать псами. Меня хамло бритое, я ему так и написал. Удалил его из группы. Борис его подключил, видимо, не зная про это. Вот. С началом Великого Поста всех. Игнат Тихонович, есть что сказать нам на путственное слово утром? Сразу-то не объявили. Надо найти Бориса Семеновича обязательно. И кто тут еще был на занятиях, которые давно, может быть, перестали ходить, а повестить всех надо было. Я тут никакой роли не играю, это Сергей. И кто там ему помогайте. А во сколько начали-то, я не понял. Молитва утром во сколько началась сегодня? Пять часов. Без пяти пять. Без пяти пять. Ну что, 4:40 если встали, нормально, все хорошо обдумали. Я не знал про это, я помолился утром, а гляжу, тут звонок. Думаю, не вовремя. Посмотрел. Как раз изучение Библии в скайпе, потолкование святых отцов. Что же случилось-то? Даже и не подумал об этом. Надо оповестить каким-то образом. Кто там знает, может, какие-то данные, телефоны. Надо и телефоны у всех взять, чтобы дать знак. Звонок будет означать, просто брякнул ему, чтобы он заглянул сюда в скайп. Можно даже в течение 5 секунд... На телефоне еще не срабатывает подключение. А сигнал уйдет. А предупредить. Сигнал означает зайди в скайп, посмотри. Вот это хорошо. Что сказать? Все знаете. Я тут никакой роли не играю. Сбоку припека. Но только хотел сказать, что вы
Не торопились, считайте быстро. У нас есть тоже в церкви там. Начну считать, но такой скоростью, да, ноги не успеешь подставлять. Медленно мы разговариваем с Богом. Я кто вот этот, который считал молитву, кто составил-то? На наш взят каркас, и там все добавлено. Вот когда на поклоны пошло, кто это составлял? Так это ты же писал. Кто написал дальше это все это вот? Так ну, видно, ты, что... Ты составлял. Ты составлял. Давно же это было. Кто составлял? Игнатий Тихонович. Да это мой каркас. Остальное это не мое. Ну, кто-то взял это. Ну, могли меня хотя бы предупредить-то, что мой материал берут, и теперь они его выправляют. Я никаких претензий не имею, но... Сказать надо было. Вот начинает даже молиться печати. Нет этого слова печати. Есть, говорит, что? Начертание. И мы не должны менять эти слова. Кто составлял-то мне на меня выведить этого человека? Вот у нас, когда мы заканчиваем после собрания молитвы считать, на молитву принесла, это составила там или взяла откуда Надежда Ивановна Польгуева. Ну, дала мне на проверку, или я не помню, как получилось, или я сам взял. И там дальше добавил, ну, самое необходимое было включено, и в таком виде, говорится, принято, написано, и теперь так мы молимся. И здесь точно так же надо было. Выброшены важные слова. Очень важные слова, утерянные или брошены. Найти, задача стоит, кто молитву эту... добавлял, или сказать, переделывал, или по-другому написал. Но что каркас взят наш, там видно, в каком порядке пророки. Вот. И что именно дальше после пророков. Допустим, вот молится о пророках. Дальше почему опустили-то, непонятно. Слова очень важные. Очень, например, и что, Господи, исполни духом пророческим церковь свою. Павел об этом говорит, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Чтобы день прихода твоего и наше отшествие, то есть смерть, не застали нас не готовыми. Эти слова выброшены. Далее, Господи, исполни нас там страха к тебе. Это необходимо, да. Чтобы мы ожидали тебя и вышли навстречу тебе с горящими светильниками истинной веры. Это очень важные слова, чтобы мы, молитва направляется конкретно к нам, не просто прочитал отвлеченную молитву. Молитва, так, и чтобы были сосуды наши наполнены добрыми делами, соделанными в Духе Святом и с любовью. Добрые дела, соделанные в Духе Святом с любовью. Вот до этих слов я доходил десятки лет. Беседе с сектантами везде. Да добрые дела делают и другие люди. Да бывает там и сектанты делают, бывает и там и атеисты. А вот добрые дела, соделанные в Духе Святом с любовью. Вот это вот все здесь в этом. Тоже упущено. Видно, кто-то делал в торопях или вообще этого не понимает. Но кто-то явно, что взял перо редактора и начал найти, кто это делал. Я заранее хочу сказать, человек этот должен был меня предупредить. И сказал, эти слова можно выбросить или нет. Ну, молитва составлена в общий каркас-то мой, я вижу, в каком порядке пророки, святые, некоторые выпущенные. А почему? Там написано 10 поклонов, значит, их и надо делать 10. А не просто 10 поклонов в скобках, а мы даже не останавливаемся. Это тоже неверно. Мы это не делали никогда. Никогда. Сколько лет молимся, и обязательно это так было. Я скину, и просто посмотрите, кто найти обязательно мне надо того, кто делал. Я скажу, что человек, который это делал, причина, почему он так сделал. Ну, первый шаг сделан неправильно, что взял молитву, которую Господь помог мне составить.
И отверг ее, или пренебрег, или легкомысленный такой, тоже не могу сказать. Ну а далее-то, какие он начал делать упущения, это все теперь надо разобрать, если кто желает. А он, может, лучше составил, может быть, лучше, может быть, но пока я этого не вижу. Вот ангел-хранитель. Там слова такие были. «Не покинь меня, ангел-хранитель, и смертный час». Точка стоит, нет. Когда душа будет разлучаться от тела, тоже этого нету. И далее. «И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным». Тоже нету. «И введи душу мою в Царство Небесное навечно». То есть слова-то какие? Они прямо касаются меня, чтобы страхом обуяло, чтобы я исправил жизнь свою. Ну и так почти в каждом месте, где там Климент Римский, Климент Танкирский, сразу Климента Римского выпускают. Почему? Когда и необычная биография. Когда он был в плену, то есть их сослали тут, где Черноморье. То, ну, я могу все рассказать, чтобы было интересно людям. Чем это интересно? Тут подражать надо, а коих и нет. И с мощами ни одного человека в мире не было так, как с мощами Климента Римского. Ни с одним. А как? Его бросили, жорнов там привязали, утопили в морской пучине. И каждый год в день кончины море отходило и обнажало дно. Море отступало, как я беру по житиям святых Дмитрия Ростовского чудотворца. И там оказалась келья на дне. И он в келье сидит живой. Вот. И люди каждый год ходили на поклонение. И однажды вернулись, а мальчика нету с ними. Мальчик там, вот как Иисус, потерялся 12-летний-то. Год прошел. Ну и когда опять отхлынуло, люди-то туда пошли, идут туда прям весь город Херсон. А мальчик там в этой келье сидит, а как он под водой-то? Ни воздуха, ничего. Это говорит, а вот этот дедушка меня, говорит, там обнял, держал. И вот как хочешь ты принимать, но это жития святых. Что-то за этим стоит. Может быть, это сказочный вымысел, но очень интересно. И вот так почти все. Вот написано, даже маленькие слова выпущены. Избавит, ну, последняя, десятая десятка женщины. Даруем послушание, молчание, целомудрие и стыдливость. И сохрани их. От чего? Там-то написано, но тоже это, ну, я не знаю. Мне-то мысль есть своя, что человек этот, не знаю ничего, он в это вошел, эти жития неизвестны, значимость этих важностей слов непонятна, и просто так. Я не хочу человека этого обидеть, да благословит его Господь, но посоветоваться надо было бы, и тогда вот такой ляпсус бы он прошел мимо. Тем более, когда начинаешь молиться Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, и там дальше-то какие слова, там подряд все выпущено. И о Божьей Матери говорится когда, и где к ней мы обращались, мы конкретно в путешествии миссионерском. И я там поминаю людей, это надо, даже там их и нету, я их на память говорю, которые помогали нам на наших ставках, шахта Ростовской области, в Калуге, в Швеции, очень-очень сильно помогли. И я их туда включил. Как помогал нам Дмитрий Булкин, будучи в Испании, а мы были в Калининграде, нас затащили. Машина-то испортилась, поломалась, важно. Это все благодарность Богу. Я сейчас вспоминаю, как мы ездили, где мы ночевали. Ну, 120 тысяч километров, это не 2 километра. По экватору вокруг Земли три раза надо обойти. И каждый раз где-то ночевать надо было, знакомиться. И там в молитве это отображено. А важно ли? Эта поездка миссионерская важна не для нас только, которые ездили. А шоферов-то у нас было не два, не три, менялись они. Только в дальние такие, тут уже дальнобойщик был. Николай Павлович Кручина. А второй раз ездили уже Марьясов Александр Сергеевич. Вот найти. И я скину
Я вижу, что надо. И не торопиться. Сегодня мы можем несколько раз обсудить, там еще что-то вставить. Вот как молитва, которая у нас, когда мы молимся, заканчиваем ее, Виктор Андреевич считает. Получилось у нас в тандеме. И она не против, принесла молитву на рассмотрение, и я вставил туда исключительно важные слова. Важные. Важные, важные. О семикратной молитве и прочее. Ну, важные, когда ты это исполняешь. А когда ты не исполняешь и не молишься, я вот спрашиваю во время собрания, кто 7 раз молится в день? 7. Это 3 святые и 100 поклонов, и своими словами. Это 1 раз считается. А не больше 10 минут уходит. Обычно 7 минут на это. Ну, умножь на 7. Ну, 50 минут. Утренняя, вечерняя молитва сюда не входит. Это отдельно. Получается 9, а ты, ну, фактически 1000 поклонов. Ничего нет такого особого. Я выполнял ее по милости Божией полностью. Допустим, в тюрьме. В лагере уже не, никак. Никак, потому что ты работаешь, пришел, упал, и, но все равно хоть раз, ну, выполнить надо. А пенсионерам-то еще уже сейчас не молиться-то было бы. Вот я вчера, по милости Божией, выставил ролики, как были. Ну, как сняли, так. Что там, аппарат-то в кулаке зажать можно. Это же не 1 000 000 стоит. Снятые в храме были мы Покровском. Володя снимал. Сергей Павлович Пупков нас привозил, отвозил. Тоже труд перед Богом. Ну, все было хорошо. Все. Никаких на нас нападок не было. А когда тогда был епископ Максим Дмитриев, там студенты эти, семинаристы, как бешеная стая волков нападали. Прям тут же на Игоря Дыбунова. Он седовласый стоит перед ним, и он начинает, что разговариваешь, там другой подходит, дай ему морду на Игоря. Ну, вообще ошалелые волчары растут. А сейчас даже в помине этого нету. Никак. И все благодаря, я считаю, милости Божией. Бог услышал молитву, того епископа убрали, а дали вот этого. А этот, вчера подхожу к нему, он говорит, улыбку с лица не сводит. Ну, как дела? Отец Аким был, он спрашивал, а Игнатий Тихонович-то придет? Он говорит, да собирался. И батюшка дорогой нам звонил, что были, были. Ну, как владыка еще сказал? Да не, ну, еще напирают люди тут, ничего не сказал. Ну, тем более мы, недавно он у нас был 3 февраля. У нас тут в Крестовоздвиженской общине провел богослужение, литургия. Это все тоже выставлено. Это особая милость Божия. А его могут убрать. Ну, мы молимся. Было уже его прямо уже убирать. Все, все знали, уберут, уберут. Это уже точно я узнал из первоисточника. Уберут на другое место, а тут поставят самого лютого против нас. Прислали одного, тут недалеко епископ такой, лютый просто. Связан то ли с этой, со Львовщиной там или с чем-то. Не знаю, нас сразу всем священникам запретил приезжать. В настоящий момент. Вот это дело-то какое. Ну и что было? Побыли вместе, значит, он в другом месте нужен, другим помочь. Я говорю о митрополите Сергии Иванникове, который у нас сейчас. И как его отцом родным только, отцом родным можно только назвать. Абсолютно изменил температуру, абсолютно изменил отношение. Священники все улыбаются, все приветствуются. Один человек. О нем надо особенно молиться. Его трепят эти разные дворкины, там, которые Новопашины, кто вот пожирал отца Владимира Головина, и который сейчас Андрея Ткачева пытается добить. Это лютые там с Дворкиным вместе. Это... Совершенно люди, видимо, никакого страха Божия не имеют. Ну, дальше-то кто? Они там перечисляют, на кого нападают, с кем работают. А новосибирский миссионерский отдел, у них ума даже не хватает, что миссионерский отдел нельзя создать. Можно все на земле создавать, и города, и села, и благовестнические, но миссионерские нельзя создать.
Это часть, принадлежащая Богу, может быть, десятина Божья. А почему так думаете? Да я не думаю даже об этом. 12 апостолов. Почему он их разбил на 6 пар? И перечисляется, кто с кем. Ну и что? Да ничего. Надо смотреть. Дальше избрал еще 70 и написано, и подвое отправил. Еще непонятно, не по мозгам. 70, то есть что, 35 пар отправил. 35 направлений, 35 отделов миссионерских. Ну а почему не по трое? Тебе не надо щамкать. Чему, чему? Прими как есть. Кирилл и Мефодий пришли. Почему двое? Ну, я что-то придумаю или что-то. Теперь Моисей и Аарон. Почему двое? Это сколько угодно. А теперь миссионерский отдел. Иоанн Златоуст же говорит, что книга «Деяния апостолов», она должна была бы быть названа по-другому. «Деяния Духа Святого». Миссионерский отдел нельзя создать. Он принадлежит Духу Святому. Вот мы ездили, мы двое, я и Виктор Николаевич Савченко. Все. Ну, Николай это шофер, за рулем сидит. Тоже где-то помогал, но для свидетельства. Собаку тоже не считаем. Она просто в охране была. Ураган. Спаси Христос Сергея Павловича, дал собаку, ставшая чемпионом России потом. Я с ней занимался каждый день в дороге. Вот такое дело. Молитву пересмотреть я бы советовал. Хотя я тут не хозяин, Сергей. Всю пересмотреть. И потом я скину, себе сделаю. И сегодня, если только, Сергей, берешься за это дело, ко мне сюда зайти и после каждой десятки оставить еще, ну, на нескольких листах отпечатать можно, еще вставить какие слова. Слова, которые мы тут произносили, а в молитве, которая отпечатана, там нету. Ну, мы еще тоже дали, там старались ничего не прикасаться. А в домашней молитве у нас молитва несколько расширена была, с пояснениями. Доведет душу мою царство вечности навечно, понимаете как? Не просто показалось и ушла, упала. А теперь молится, когда мученики и мученицы, там упущено сколько. Притом по житиям святых, это Господь мне дал знать жития святых. Я их фактически на 10 раз прошел. Это не выскажешь, какой труд проделан был. При составлении каталога Сергей Павлович помогал даже. Это на нашем сайте. И там слова такие, чтобы никто не соблазнился, а да, не принял начертания зверя. Я говорю об этом. И поминаются конкретные люди. Там ничего этого нету. И теперь, когда перечисляется, это уже девятая десятка идет. Святые тоже упущение. То ли торопился человек, и зачем он их вычеркнул, и не понимает. Не понимает он. Допустим, Макарий, Макарий, Макарий египетский, а второй Макарий Александрийский. Надо было подставить, чтобы люди не сомневались, что это не просто ручка ошиблась написала. Александрийский. Очень любознательный был, великий подвижник. Это он видел видение. В храме все причащаются, поздравляют. Он видит, что по храму носятся эфиопы черные. Эфиопы черные – это падшие демоны. Как Лев Толстой называл – черти. И они в рот люди вместо причастия уголь толкают. А никто не видит, только одному. В одном житии такое есть. Откуда Дмитрий Ростовский узнал? Ну, я беру как есть, не прибавляю. Вот сегодня бы открылась картина-то. Причастники. А как же причастие? А причастие, говорит, незримой рукой ангел относилась в алтарь. Есть то, что нам не видно. И в каждом, вот в каждой десятке там упущение. Сергей Павлович, меня слышишь? Да, я слышу. Я тебе сейчас постараюсь скинуть эту... Ты ее там еще раз проштудируй, посмотри, какие возникнут вопросы. Она уже ну, почти в том же виде, но кое-что нужно добавить. Потому что мы все время молились, вот представь, сколько лет, если минимум семикратно в день, да, в утреннее, вечернее. То есть речь идет о множественном количестве молитв вот по 100 поклонной. И поэтому небольшие были добавки. А сейчас какие есть? Никаких. Ничего нету. Все включено.
И не торопиться считать. А то считает: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Это не годится. Надо считать, как считает Добунов. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Везде надо торопиться, считать, кроме как только чтения Библии, ну, Евангелия, конечно, и молитва. Тут нельзя спешить. Мы пришли на встречу с Господом. У нас как бы с Богом по скайпу. Я ему говорю, это наша утренняя молитва. Он нам говорит. Это чтение Слова Божия. Это Бог нам говорит. Вот вчера мы поехали в больницу краевую. А как? До этого я говорил неоднократно, что надо Володю как-то вызволить оттуда на время богослужения, чтобы он побыл на прощенном воскресенье. Мне сразу же, тут же, вчера... Я могу говорить, кто это? Вы не знаете, это ваше время было, когда вас отпускали оттуда, когда занятия вел. Меня на занятия увозили, я проведу два урока в университете, и меня обратно привозили. Я лежал после операции на позвоночнике, кажется. Труднейшая операция была. Вот. Но это так было. Сейчас, говорит, нет, сейчас это, сейчас никак. Тогда еще государственное было, власть. А сейчас, говорит, частная. Нет, нет. Ну, я говорю, ну, попробовать-то можно. Еще уж так. Нет, нет, еще не пробовали. Нет, нет, нет. Опять. Вчера утром меня еще до богослужения долбили наши. Я дождался, Виктор Андреевич. Он работает в этой краевой больнице врачом. Побеседовали. Он говорит, хорошо. Поговорю. Дальше Сергей Павлович позвонил. Володя свободен. Взяли одежу ему. Он сказал, какие там ему обувь. На голову что надеть, башлык. Все. И все это заснято, у нас выставлено, как мы в больнице с Володей встречаемся. Обнимаемся, приветствуемся и дальше едем. Так, вопросы ко мне есть какие-нибудь? По утренним молитвам. А может, и так что-то возникло. Если кто не знает, как молиться, полностью записано. Вот мы молимся не просто канон Андрея Критского, считаем, как 1300 лет назад написаны, а вторую ступень создали. Благодарение и третье словословие. И никто не нападает. Ну, бывает то-то, как так, да как вы посмели, то другое. Ну, посмели. Вот Гюстава Доре 230 иллюстраций. Гравюр. Мы раскрасили, и вышел трехтомник у нас. Так это вы же не автор. Ну, то есть, не понимают. В мозгах-то булыжник вместо мозгов. Да если бы он был, да разве отказался бы от этого? И мы что-то испортили. Мы хоть одну линию у него убрали? Нет, конечно. Придали настоящий вид, как это, более жизненно. Так и здесь. Необходимо. Вот. Когда считаем трехтомник, по нему занятия идут, там сейчас 297 раз мои комментарии. И никто блаженному Филакту не делал комментарии 900 лет. Вот это Бог сделал так, Бог. Может, за то, что я заинтересовался словами, которые вычитал. Андрей Кураев сказал о мусульманах, они, говорят, религиозно талантливы. Мне так понравилось это выражение, но я никогда его не присваиваю себе. Я услышал, а Андрей, может быть, у кого-то взял. Да может так, да будут благословены. Религиозно талантливы. То есть все время продвигается нежностью. С нежностью. И когда говорю, вот девятая десятка, молимся мы, там говорится о том... И укрепи нашу святую православную веру. А замыслы еретиков уничтожь и в ничто преврати. Четко и ясно выражена наша позиция по отношению еретиков. А святые отцы как раз боролись. Ну вот так. Если нет вопросов, я тогда отхожу, Сергею скину и займусь своими делами. Так, сегодня у нас с 6 моления будет. И я сейчас же постараюсь скинуть, когда мы записали Андрея Критского канон моления, на нашем форуме все это есть.
на нашем форуме. Так нам сейчас не записать. Тогда как-то записали, все абсолютно записано, я сейчас найду и скину. И вы можете его размножить везде. Так, найдите этого Дмитрия Лемеша, найдите, которое тут на занятиях было. Всех найти надо. Я к ним обращусь вот с одним обращением. Тут интервью на меня скинули. С Владимиром Головиным 2 часа с лишним. Беседует Шахматов Алексей. Почему он рукава не прикрыл, весь исколотый, и, ну, наколки. Ну, я посмотрел, ну, так, бритый там под Мефистофелем, но это не касается. Главное, что он внимательно с ним поговорил. А потом он занялся там с Дворкиным. Его на меня, чтобы вывести Алексея этого Шахматова. Коротко рассказать о моей биографии, о заключении, о ресурсах, о нападках. На меня нападок, если взять Ткачева, Головина, всех вместе, может, у них десятая часть того, что на меня на одного. И вот. И ему было бы полезно вникнуть в это дело и посмотреть. Шахматов Алексей. Вот кто найдет, если будет что-то писать, то его можно заинтересовать, на наши ресурсы вывести. Ну и коротко коснуться биографии моей. Она на нашем сайте, православный библейский сайт «Во свете Библии». Вот. Это на первой странице книга «Для Слова Божия нет уз». Он посчитает. Видно, что он человек любознательный, интересующийся. Ну и почему же не познакомиться-то? Надо набрать, чтобы к завтрашнему дню тут было сколько положено, 24 человека. Ну, чтобы не меньше было. Тут кого мы знаем? Кто, когда, где. Кому-то, может, это не подходит по времени. Значит, он должен сказать, чтобы включать того, кто может быть на молитве. Это очень полезно. Это как у отца Владимира Головина молитва по соглашению была. Ну, не мы этим словом не называем, а что тут плохого-то? Где Господь говорит, где двое или трое согласятся, о чем молиться. У нас согласие одинаковое. Нужды мы друг друга знаем. Все, отошел. Спасибо, Христос.